Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре у нас очередной ножичек, который принесли мне немножечко его привести в чувство, потому что он был туп. Это китайская компания Grandway. Ну, что можно сказать об этой фирме? Значит, примерно еще года 2-3 назад эта фирма выпускала, просто, знаете, какой-то космическое барахло, которое продавалось, значит, в переходах рядом с зажигалками китайскими, чуть ли там не жвачками турбо и прочим дерьмом. Вот, и, кстати, вот у меня до сих пор есть там одна коморочка в центре, я туда ношу часы ремонтировать периодически или там батарейки менять, там сидит такой чувак. Ну, знаете, и еще тех погребов, там такая коморка, ремонт часов, изготовление ключей, плюс там какие-то пару витрин с ремешков, там из кожзаменителя, там еще какие-то замки там кодовые китайские, ну и вот стоят ножи Grandway. Вот, ну, то есть, как бы вот с этим оно мне и ассоциировалось все это. Но, последнее... Где-то год-полтора китайцы как-то так взбодрились, стали делать вменяемые ножи, нормальную стали туда мастырить. То есть, как бы, в принципе, делать нормальные вещи. Но вот как-то вот этот вот психологический порог такой, знаете, то есть я помню, что они были говно, и... Никак вот как-то не могу себя переключить на то, что они стали нормальные. Хотя они действительно стали нормальные уже практически. То есть, ну, как, что значит нормальные? Хороший фиксет, полностью full tank, да, лезвие заходит по всему периметру рукояти, там 440C на клинке, очень даже хорошая цена за свои деньги, то есть все у них хорошо. Надеюсь, что будет еще лучше. Но как-то вот, ну, это лично мое субъективное мнение. Мне даже хочется купить парочку их моделей, но никак вот не могу себя как-то так перебороть и это сделать. Ну, в общем, вот такой ножичек у нас сегодня на обзоре. Если найду модель, потому что моделей у них реально дофига, я укажу в описании, что это за ножик. Здесь у нас 8 хром. 13 молибден ванадий, прорезиненная рукоять, отверстие для темлячка и вот такой, как бы, своеобразный, ну, то есть стеклобой. В принципе, вы видите, клинок, да, заканчивается вот здесь вот. Я думаю, что это все-таки full tank. Мне его дали в состоянии, вот он резал примерно вот так вот бумагу, да. Все равно, что я сейчас обухом повожу, вот примерно такой он был по остроте. Сейчас у него... Немножко все получше дело обстоит. То есть он уже там как бы режет. В принципе, достаточно нормально. То есть, да. Но что хочу сказать, как бы до такой прям идеальной остроты мне его довести, как мне показалось, не удалось. Наверное, не в последнюю очередь из-за угла заточки. Здесь он был вообще как-то чудовищно заточен. Домиком, не знаю, ну, я его там, по-моему, под 30, ну, мне было лень вообще вот сводить его там где-то под 11 или там под 19 градусов, то есть, ну, реально, да как бы и незачем, в принципе, то есть я его заточил, по-моему, под 35 градусов, то есть немножко ему уровень заточки сделал чуть побольше, сейчас он, в принципе, бумагу режет, ну, практически хорошо. Вот, и вдоль, и поперек. Ну, иногда вот что-то подрывает, не знаю, ну. Я на него достаточно много времени потратил, то есть я там его лански пилил, потом он, как бы, еще подводил, подтачивал там, да, такое, в общем. Ну, то есть, в принципе, резать им можно. Ну, видите, да, что бумагу он режет, волосы он тоже подбривает. Ну, не прямо уж там бритва папы Карла, но, в принципе, видите, да, то есть, ну, такое, процентов на 90 я его заточил, в принципе, я думаю, что
никто им не будет бриться в походе. Для таких более грубых каких-то работ, по деревяхе, там нормально сойдет. Вот, такой вот ножичек, где-то здесь, ну, 2-2,5, наверное, может 3 даже. Да нет, здесь, наверное, даже 3 миллиметра в обухе. Попытка сделать фальш-лезвие, такое на конце. Непонятно, вроде бы свели бы уже потоньше как-то, можно было бы там умельцам доточить, которые там закона не боятся, и было бы обоюдоострое такое оконцовка. Ну, здесь оно как-то непонятно. Вот, ну, то есть, как бы в руке лежит хорошо, прорезиненная рукоять. Так, меня тут прервали, ну, поехали дальше. Что еще можно сказать? Что, в принципе, качество на сегодняшний день достаточно неплохое. Вот, есть, конечно, куда еще стремиться, но по сочетанию цена и качество, в принципе, достаточно вменяемые ножи. Если вам нужен ножичек фиксет куда-нибудь на рыбалку, там, в поход, но вам западло платить за него, там, я не знаю, 1000 гривен, то, в принципе, обратите внимание на последние вот изделия компании Grandway. А с вами был еще разок. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Хе-хей, пока.